Внимание! Программа «Естественный отбор» на телеканале ТВ-Центр не сотрудничает с рекламодателями товаров народного потребления и производится исключительно в интересах обычных потребителей. Сегодня в программе. Какие креветки нельзя варить, а какие обязательно нужно? Настоящая креветка, если она один раз заморожена и правильно сварена, она должна быть хрустящей. Креветки с черными головами. Почему их опасно есть? Через эти черные головы чуть ли не сифилис передается. Но при варке этот цвет должен исчезать. То есть, если не исчезает, только в этом случае нужно бить тревогу. Сколько мы переплачиваем за лед в креветках? 300 миллилитров воды, то есть 300 граммов. И мы потеряли в деньгах 161 рубль. Народная экспертиза. Мне они показались, как тебе сказать, немножко суховатыми, а это первый признак того, что они, наверное, все-таки переморожены. А также лабораторная экспертиза развесных креветок из 5 популярных сетевых магазинов. Здравствуй, возлюбленное отечество! Кто из вас помнит забавнейший интернет-мем «Я креветко»? В этом меме, интернет-меме, люди, наделенные хорошим чувством юмора, обозначали себя. То есть они обозначали себя как людей, которые понимают, что они ничего не понимают. Увы, сегодня те самые креветки. Это мы с Зинаидой, потому что мы до этого момента решительно не понимаем, какие креветки можно покупать в наших магазинах, а какие нельзя. Но чтобы исправить это досадное недоразумение, мы отправили наших людей в самые популярные магазины за развесными креветками для нашей экспертизы. Итак, сегодня в нашем естественном отборе участвуют креветки из 5 магазинов. Ашан, Окей, Карусель, Виктория, Евроспар. Они про креветки все знают. Это лучшие эксперты страны. Спасибо, что с нами. Дамы и господа, кто нам продает креветки? Узнаем сейчас, здесь, в студии программы «Естественный отбор» на телеканале ТВ-Центр. Их нет, но разговор-то мы все равно начнем и завершим его. Но я хочу напомнить всем правила естественного отбора. Сейчас в нашей продуктовой тележке вы видите все 5 образцов креветок. Это развесные замороженные креветки. И пока все их мы считаем качественными. Но если в ходе программы, в ходе нашего расследования мы тщательно проверим их качество и получим негативные результаты со стороны лабораторной экспертизы, то положение дел изменится. В этой тележке останутся только достойные, качественные экземпляры. А некачественный товар уйдет в наш утилизатор. Развесные креветки были куплены в обычных магазинах и отправлены в лабораторию на экспертизу. Главные вопросы, на которые предстоит ответить экспертам. В каком магазине нам продают несвежие и опасные для здоровья креветки? В каких креветках много лишнего льда? И какие образцы окажутся самыми качественными? Результаты экспертизы вы узнаете в конце программы. Но сначала первый этап естественного отбора – это народная экспертиза. Ведь именно ее победитель становится по праву главным претендентом на победу в естественном отборе. Потому что это будут самые вкусные креветки. Мы передаем слово сопредседателю Союза потребителей «Росконтроль» Александру Борисову. Я рад приветствовать вас, друзья, рад приветствовать и народных экспертов. Сегодня среди народных экспертов актер театра и кино, народный артист России Валентин Смирницкий. Очень приятно. Здравия желаю, товарищ Портос. Курсант Борисов готов к проведению дегустации. Любите ли креветки, Валентин Георгиевич? Люблю. Я тебе скажу, я вообще к продуктам этим отношусь очень с большим уважением и пониманием. Но дело в том, что я последние там более 10 лет... Где-то 4-5 месяцев провожу на берегу Средиземного моря, я там живу. Вот. И, естественно, я средиземноморский продукт, который все включает прежде всего дары Средиземного моря. Ну, целая кухня Средиземноморская. Целая кухня Средиземноморская, знаменитая. Ну и креветки, конечно, в первую очередь. Ну, наши креветки надо, наверное, уметь выбирать все-таки. Как выбираете? Да ты знаешь, особенных секретов никаких нет. Как правило, у нас этот продукт замороженный, да?
Как правило, да. В Волге не водятся. Ну, естественно, даже вот наши там продукты из там с Дальнего Востока, из Камчатки, их все-таки присылают в замороженном виде. Мне как-то объясняли, я как-то на это стал обращать внимание. Есть продукт такой единоразовой глубокой заморозки. Ну, давайте искать идеальные креветки среди тех, которые у нас представлены. Давай. А я напомню, условия народной экспертизы. Друзья, 5 образцов креветок. Причем, обратите внимание, что креветки как в сыром виде, так и креветки, которые уже были приготовлены по единой рецептуре, которая указана на этикетке. Ваша задача попробовать, выбрать те, которые понравятся больше всего. Голосование тайное. Выбор народных экспертов определит главного претендента на победу в естественном отборе. Готовы? Да! Мы начинаем. Народная экспертиза началась там, а здесь мы начинаем выяснять ответы на самые популярные, актуальные, насущные вопросы о качестве креветок в наших магазинах. Я любительница креветок и всегда варила креветки 1-2 минуты. В том году я вышла замуж и с удивлением увидела, что мой муж просто замачивает креветки в теплой воде, но там же остаются микробы, это же вредно, так ли это? Он мне говорит, что креветки варить, как я, они теряют вкус, и это просто невкусно. Как мне в этом переубедить? А вы сами-то пробовали креветки, которые готовит ваш муж, убежденный, что он это делает самым правильным на свете образом? Вы сами их пробовали? Честно, я не пробовала, потому что я переживаю за себя, и я переживаю еще за своего мужа, ну... А чего именно вы боитесь? Что он станет похожим на меня, раздуется или окочурится после приема их вовнутрь? Там остаются микробы, если их не перекипятить. А, вот так. Мария, ну вы пришли на нашу программу совершенно по адресу. Я предлагаю прямо здесь, в студии, попробовать и разобраться, какие же креветки вкуснее. Просто ошпаренные или сваренные? Выходите, пожалуйста, к нам сюда. Вам предстоит попробовать два вида креветок. Одни из них вареные, так как делаете вы, а другие просто ошпаренные кипятком. Вы не переживайте, и те, и другие абсолютно безопасны, но тест будет слепой. Для того, чтобы вы не подглядывали, мы наденем на вас эти темные очки. Готовы? Отары не бойтесь, он только с виду такой страшный, а в душе очень добрый. Пожалуйста, открывайте ротик. Так. Это первая креветка. Вам вкусно? Вкусно. Вкусно. Все в порядке. Хорошо. Да. Вторая креветка. Так, второй образец. Вам вкусно? Угу. И то, и другое вкусно. А какие вкуснее? Вторые. Мне кажется, они таким методом, каким я пользуюсь, сварены. То есть более привычные, да? Вы чувствуете, что более привычные? Теперь я с вас снимаю очки. Так. И у нас есть для вас еще... Спасибо за участие в эксперименте! Я, Мария, самая качественная креветка на свете. Может быть, мы того? У нас кто муж? Может, он волшебник? Может быть. Надо предупреждать заранее! Ни одного микроба. Ни одного микроба. Пощупайте меня. И вот видишь, старик, стоило ли встретить нормальную красивую креветку, и тебя больше нет. И уже не встает вопрос о том, как ее варить. Большое спасибо вам, Мария. Спасибо. Мария! Наши гости Мария попробовала креветки и вынесла свой вердикт. Вареные креветки были для нее вкуснее. Но, возможно, это потому, что такие креветки ей больше знакомы. Но давайте на самом деле разберемся, как нужно варить креветки, нужно ли вообще их варить. Уважаемые эксперты. Ну, креветки могут быть сырые замороженные, могут быть варено замороженные креветки. Сырые креветки, безусловно, надо отваривать, как делает это Мария. То, что касается вареных замороженных креветок, повторная варка, она приведет к тому, что мясо будет рыхлое и невкусное. То есть настоящая креветка, если она один раз заморожена и правильно сварена, она должна быть хрустящей. Уважаемые эксперты, а как отличить обычному потребителю вареные креветки от свежих? Сыромороженная креветка имеет зеленоватый оттенок, а вареная креветка, это, конечно же, розовый цвет.
То есть сегодня в нашей программе принимают участие только вареные креветки? Вареные мороженые креветки, да. Другое дело, что надо иметь в виду, на нашем российском рынке продаются креветки, исключительно выращенные в канавах Юго-Восточной Азии, в мангровых рощах, в садках. Это не креветки из естественной среды обитания. Потому что все те дикие креветки, которые добывают российские рыбаки, прямиком уходят на столы состоятельных японцев, американцев, китайцев, корейцев. А к нам сюда везут вот эту искусственно выращенную креветку в канавах на свином навозе и на антибиотиках. Даже если они варено-мороженые, они глазированы. Мы не знаем, какая вода использовалась для глазировки, да, этих креветок. Поэтому одна минута варки не помешает. И она не станет, эта креветка, жесткой, если вы будете варить ровно одну минуту. Или бланшировать. Можно просто быстро через дуршлаг облить кипятком и все, и они подавать к столу. То есть, получается, муж прав. Муж Марии прав, да? Да, да. Достаточно обдать кипятком? Достаточно. Вот если это вареные креветки, варено-замороженные креветки, то, конечно же, лучше просто обдать кипятком и сохранить все витамины. Но всех этих страшных микробов, которыми вы нас обычно пугаете, это убьет? А нет, вот конечно же, бланшировка не убьет этих микробов. Кишечную палочку даже. Здравствуйте, а как же овощи бланшируют от кишечной палочки? Очень даже хорошо. Там же проточная вода. Ведь бланшировка, она как раз заключается в том, чтобы положить на дуршлаг и проточным кипятком обдать. Глазирование используется только питьевая вода, а не какая-нибудь вода. Тем более, что вот технологи говорят, что этого будет вполне достаточно. Уважаемые зрители, мы обращаем ваше внимание на то, что вареные креветки дополнительно варить уже не надо. Но для того, чтобы себя окончательно обезопасить, чтобы они были действительно абсолютно стерильными, вы можете проварить их в кипятке одну минуту. Этого будет достаточно. Далее. Креветки с черными головами. Почему их опасно есть? Через эти черные головы чуть ли не сифилис передается. Но при варке этот цвет должен исчезать. То есть, если не исчезает, только в этом случае нужно бить тревогу. Итоги народной экспертизы. Кто станет главным претендентом на победу? Мне они показались, как тебе сказать, немножко суховатыми. А это первый признак того, что они, наверное, все-таки переморожены. Ранее. Сегодня мы проверяем на качество и безопасность креветки из пяти популярных сетевых магазинов. Ашан. Окей. Карусель. Виктория. Евроспар. Сейчас идет народное голосование, по итогам которого определится главный претендент на победу. Кто это будет, узнаем совсем скоро. А пока давайте выясним, почему опасно есть креветки с черными головами. Я всю жизнь ела креветки без разбору, с черными головами, с обычными головами. А недавно я прочитала, что, оказывается, креветок с черными головами ни в коем случае есть нельзя. Так. Потому что они чуть ли не сифилис передают. И если ты увидел такую креветку, нужно ее выбрасывать целиком сразу же. Правда ли это? Да. Действительно, черные головы так опасны? И если это правда, то почему я еще вот здоровая, хожу, живая, все хорошо? Еще и вызывающе красивая, и отталкивающе дерзкая. А у вас самой, Юленька, все в порядке с головой? Ну, вроде бы все нормально, я вроде проверяла. Вы диспансер, кожвен диспансер давно? Однозначно, я вообще-то мама троих детей, так что... Вы мама троих детей? Да. Выходите к нам, мы будем в наших образцах проходите, искать пожалуйста. Эти черные головы. Проходите, Юленька. Вот пять образцов. Мы будем эти самые черные головы искать, пытаться их найти. Если найдем, мы их изобличим на весь белый свет. Если нет, то так и признаем. А Зина пока выяснит, какая цветовая гамма для креветочных голов нормальная, а каких оттенков нужно избегать. Черная голова у креветки. О чем она нас предупреждает? Первое – это система питания. Донная креветка, которая богатыми хлорофиллом водорослей ест, донные, у нее голова может быть черно-зеленая. Вторая – это вид креветки, южные креветки. Они сами черные, головы черные. И две очень неприятные причины. Дело в том, что у головы креветки находится близко пищеварительная система. Это ферментная система. И портится креветка, начиная с головы. И вот если у вас есть определенный запах, почернение, и панцирь сам стал мягкий, то эта креветка портится.
Но при этом я бы еще добавил, что потемнение головы груди и темно-синий цвет спинной части головы груди является нормой по органолептическим показателям в соответствии с ГОСТ. Это гонады. Но при варке этот цвет должен исчезать. То есть, если не исчезает, только в этом случае нужно бить тревогу. Подождите, уважаемые эксперты, вы запутали даже меня. Вот Юля боится, что через них, через эти черные головы чуть ли не сифилис передается. Это полный бред, потому что мы знаем, да, что такое медицина, мы знаем, что такое пищевой продукт, заразиться нельзя, да, без определенной степени микроорганизма. Но это образное выражение. А вообще черная голова, вы только что сказали, что это может быть признаком порчи. Значит, технологически это все легко объясняемо. После вылова она чуть-чуть задержана до варки, соответственно, ее система начинает просто сама себя переваривать. Подождите, так она сама себя переваривает, то есть начала портиться, это автолиз, получается, идет разложение? Это частичный автолиз, это пигменты печени начинают ее как бы самопереваривать. То есть все-таки черная голова – это признак порчи? Это признак порчи. Зинаида. Права наши гости, которые подозревают, что креветку эту нужно выбросить. Нет, она всю так не и надо спросила. Выбрасывать. Вы испорченную креветку увидите и поймете и по запаху, и по цвету. Не только будет головная часть у креветки панцирная, мягкая и черная, а будет и хвост сам портится по себе. Зачем есть дрянь? Зачем эксперименты делать вот с черной головой, вот, еще с какой-то мы можем головой? Сделать вывод. Зачем? Что заставляет? Понимаете, до какого края в жизни надо дойти, чтобы есть вот эту дрянь? Зачем? Я не понимаю, почему. Уважаемые эксперты, мы можем сделать вывод, что черная голова у креветки – это признак начинающейся порчи. Она еще не стухла окончательно, но уже начала портиться. Действительно, и такую креветку нужно просто выкинуть. Вот и все. Но я возвращаюсь к Атару. Наконец-то! Атар, я очень надеюсь, что вам с Юлей не удалось найти вот эти креветки с черными головами. Юля разочарует, да. Мы выбирали самое обильное количество голов черных, обнаружили их, и самое минимальное количество показывайте. Да, на самом деле так, вот ситуация весьма печальная. Я хочу сказать, что вот максимальное количество черных голов вот здесь. Это креветки из магазина «Карусель». Так, а меньше всего черных голов здесь. В креветках из магазина «Виктория». Я могу пообещать, что креветки из магазина «Карусель» мы проверим особенно тщательно. Мы узнаем из результатов лабораторной экспертизы, действительно ли они безопасны или, возможно, уже и несъедобны. Большое спасибо Юле за участие в программе в этом отдельно взятом эксперименте. Уважаемые зрители, черные головы у вареных креветок – это действительно признак начинающейся порчи. Мы советуем, чтобы себя обезопасить, не рисковать все-таки и выбросить эти креветки. Пришло время узнать главного претендента на победу в нашем сегодняшнем естественном отборе. Время подвести итоги народной экспертизы. Пожалуйста, вывезите нам результаты голосования прямо сюда, в священную студию программы «Естественный отбор». У нас две пустые колбы. Креветки, купленные в каком-то из этих магазинов, обозначенные номером один. Это пустая колба. Вот с этой пустой колбы номер один мы и начнем. Александр? Ну что ж, друзья, первый образец ни одного народного голоса. Валентин Георгиевич, в первую очередь к вам вопрос. Не понравились вам эти креветки? Не понравились. Мне они показались, немножко суховатыми. А это первый признак того, что они, наверное, все-таки переморожены. Вот бывает такое. Мне не понравился первый номер, так как они резиновые и твердые, и с запахом таким водорослей. Мне не понравились креветки под номером один, потому что они лишены какого-то вот именно креветочного вкуса, они никакие. Ну что ж, Атар, открой нам, пожалуйста, что это за марка? Образец номер один, креветки, купленные в Евроспар. Переходим к номеру два, это такая же зияющая, вопиющая пустая колба, номер два. Ну что ж, друзья, второй образец, та же самая история, ни одного народного голоса. Чем мне понравились? Мне показалось, что у них излишне сладкий вкус и какой-то не креветочный.
Я сама родилась в Владивостоке, выросла на Японском море. Я знаю, что такое вкус вообще креветок, настоящих морских. Второй номер, но это абсолютно вообще ни о чем. То есть и, ну, я не почувствовала ничего и никогда бы не купила для приготовления каких-то блюд. Атар, что это за марка креветок? Креветки, купленные в магазине «Виктория». Давайте обсудим что-нибудь приятное. А приятное у нас – это креветки, где-то купленные, пока не знаем где. Но Валентин Георгиевич, наш любимейший актер, также проголосовал за образец номер 3. Там подавляющее большинство голосов. Извольте объясниться. Как ни странно, попробовал первым именно третий образец. И он как-то мне вот запомнился. И потом в сравнении со всеми другими вариантами, как бы вот у меня вот это первое ощущение осталось. Но, мне показались они более сочными какими-то. Ну, вот как что-то такое похожее на настоящую креветку. Мне понравился очень образец под номером 3. Я хотела прямо пропеть дифирамбы. Креветки – это мой любимый продукт. И вот тут прекрасное сочетание внешнего вида, которое вызывает слюноотделение. Потому что креветки, я уверен, замороженные один раз были. Тончайшая глазурь. Ну и, соответственно, вкуса. Очень мягкое, нежное, сочное мясо. И такая присутствует очень благородная сластинка во вкусе. Ну, к сожалению, у всех я по колено стою. Да, мне понравились креветки под номером 3. У них очень приятный вкус, замечательный запах и консистенция хорошая. То есть они не разваливаются, ничего. Не резиновые, очень приятные на вкус. Ну что, давайте обратимся к Атару. В каком же магазине эти креветки были куплены? Кто стал победителем? Это креветки, купленные в магазине «Ашан». Полное представление о том, как распределились симпатии. Второе место – это 5 голосов. В магазине «Карусель» купленные креветки. Третье место – 2 голоса. Магазин «Окей». Возвращаем слово Александру Борисову. Но я хочу сказать спасибо народным экспертам. Сен Георгиевич, спасибо огромное за помощь народной экспертизе. Ну, я такая помощь прям. Я приглашаю вас в студию, чтобы и гости в нашей студии смогли, так же, как я, прикоснуться к легенде. Спасибо. Здравствуйте. Зинаида. Здравствуйте. Торжественное объявление, громогласное на всю страну, победителем сегодняшней народной экспертизы стали креветки, купленные в магазине «Ашан». Именно эти креветки становятся главным претендентом на победу в естественном отборе. Но качественные ли они, безопасные ли, не ошиблись ли наши народные эксперты? Это мы узнаем только из итогов лабораторной экспертизы. Не давайте себя обманывать. Черный список товаров, которые могут навредить вашему здоровью, на портале roskontrol.rf. Далее. Сколько мы переплачиваем за лед в креветках? 300 миллилитров воды, то есть 300 граммов. И мы потеряли в деньгах 161 рубль. Получается, что все эти полезные микроэлементы уходят вот вместе с этой водой, и мы получаем просто пустышку. Результаты лабораторной экспертизы не соответствуют требованиям безопасности по содержанию мышьяка. Его количество на 10% превышает максимально допустимый уровень. Ранее. Сегодня естественный отбор проходит креветки из 5 популярных сетевых магазинов. «Ашан», «Окей», «Карусель», «Виктория», «Евроспар». По итогам народного голосования, главным претендентом на победу стали креветки из магазина «Ашан». Но пройдут ли они лабораторную экспертизу? Об этом чуть позже. А пока давайте вместе посчитаем, сколько мы переплачиваем за лед в креветках. Я возмущена. Так. По какой причине в креветках так много льда и воды? Пишут на упаковках 5-7%. Так. По факту 30-40% воды. Кто вообще за это отвечает? И кто вообще это делает? Или это производитель? Или это продавцы, которых здесь нету? Кто может ответить на этот вопрос? На самом деле посчитать, насколько нас обвешивают в магазинах, очень просто. Мы взяли креветки из 5 магазинов, которые сегодня анализируем. Заранее их разморозили. Вы видите их в этих полиэтиленовых пакетах. Лед уже растаял. Вместо льда там вода. Нам осталось аккуратно слить эту воду и определить количество воды, которое было в этих креветках. Везде, в каждом пакете по 1 килограмму. Готова, Елена, вместе с нами? Готова. Без вас это теряет смысл. Выходите к нам сюда. Проходите, пожалуйста.
Елена, для того, чтобы определить количество воды в креветках, которые мы сегодня тестируем, вам предстоит аккуратно отрезать уголочек у каждого пакета, слить воду в мерный стакан, сколько миллилитров воды, столько и граммов было льда. Готовы? Готова. Ну и после этого я пересчитаю, сколько денег в каждом случае мы переплатили. Итак, начинаем. Угу. Опа, опа, вот подставил. Смотрите, подставил. Ага. А запах такой? Это у нас креветки, купленные в магазине «Виктория», если что. Креветки «Виктория» содержали на килограмм 300 граммов воды. Мы знаем, сколько стоили креветки из каждого магазина. В этом случае мы переплатили за воду 129 рублей. И я записываю 129. Итак, теперь настал черед креветок, купленных в магазине «Окей». Осторожненько. Опа, вот они. Вот какой струей-то. Да. Какой, смотри, какой мощный струй. Хорошо, что Зина подстраховалась. 400 миллилитров, то есть 400 граммов. Больше. Получается, что за воду мы переплатили 140 рублей. Настал черед креветок, купленных в магазине «Карусель». Осторожненько. Раз. Вот. А здесь, вы знаете, что здесь слабенькая. А давай нажимайте, нажимайте, нажимайте для честности. Так, и сколько граммов получилось? Ну-ка. 100 граммов. Мы переплатили 40 рублей. Четвертые креветки. Это магазин «Ашан». Магазин «Ашан», победитель народной экспертизы. Будьте любезны. Да, это самые вкусные креветки. Да, давайте я держу. А теперь опустим вот сюда, вот так. Итак, креветки из магазина «Ашан» содержали 300 граммов воды. Получается, что мы переплатили за воду 126 рублей. 126 рублей. И, наконец, креветки, купленные в магазине, если не ошибаюсь, Евроспар. Евроспар. Да, давай хорошо. Проверим их. Оп, давайте. Угу. Не вижу, не вижу, 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 спокойно вижу. Итак, из креветок из магазина Евроспар вытекло 300 миллилитров воды, то есть 300 граммов. И мы потеряли в деньгах 161 рубль. Ух ты! Здесь цифры говорят сами за себя. Замороженные креветки содержали огромное количество воды, как мы увидели, из килограмма натекало 400 граммов воды. И в деньгах это, в общем-то, значительные суммы. Получается, что буквально треть стоимости креветок – это вода. Лена, все это мы выяснили. С вашей помощью большое спасибо. Спасибо вам, Лена. Спасибо, присаживайтесь. Спасибо. Уважаемые эксперты, есть ли какая-то норма по льду в замороженных креветках? Ну, вообще существует норма на глазирование от 5 до 7%. Но это не глазирование. Это показатель того, что, по крайней мере, три посредника, которые поставляют под заказ в торговые сети вот этот продукт, имеют свой определенный интерес. Это прежде всего показатель того, что креветки были многократно заморожены и разморожены. Это первое. В сети у вас наверху лежат креветки в холодильном прилавке. И для того, чтобы не терять вид и не терять консистенцию, торговая сеть все время перекладывает их. То есть верхний кладет вниз, который оттаивать начинает. Торговая сеть. Да, торговая сеть. И это тоже дополнительное наращение льда и дополнительная вода, которую мы покупаем вот в виде креветок. Александр, так это законно или это, незаконно? Мы конечно, так и не незаконно. Поняли. Конечно, незаконно. Но это никак не проверить до момента вот этого размораживания. Ну, это вопрос, вытекающий из ваших рассуждений. Виктория, может быть, даже вы ответите. Нас обманывает тот производитель, кто ловит рыбу или тот, кто продает нам эту рыбу. Дело в том, что есть еще производители, которые перефасовывают креветки. И там тоже идет глазирование. По ГОСТу креветки мороженые, процент глазирования не менее 2. А максимально? Неужели закон никак не ограничивает изготовителя? Указывается на этикетке. Сумма глазури. По техрегламенту креветка, произведенная на территории Российской Федерации или поставляемая на территорию ЕАЭС, должна содержать не более 7% глазури. Но есть такое понятие, как внешнеэкономическая деятельность. Соответственно, креветка поступает к нам по спецификациям страны-производителя. Допустим, если здесь китайская креветка, и компания в контракте прописывает, что на глазури она закидывает 20, 15, 30%, то это вполне может быть. Нам идти все и требовать свои деньги или нет?
нет? Это законно или нет? Я еще раз повторяю свой вопрос. Это законно? Абсолютно незаконно. Больше того, это мы получили еще только то, что вытекло, да? А техрегламент, как совершенно коллега правильно говорит, регламентирует еще и внутримышечную влагу. Поэтому все, что наморожено, налито, наполнено с помощью полифосфатов, это все незаконно и свидетельствует только об алчности продавцов, производителей, которые как можно глубже хотят запустить руку в наш кошелек. Да. Поэтому как только вы вот это вот получили результат, тут же с этим результатом заявление в Роспотребнадзор, и у них есть полномочия закрыть этих алчных торговцев на 90 суток. Замороженные, размороженные креветки опасны для моего здоровья? Действительно, может, там микробов уже полно? Безусловно, это так. Повышается, во-первых, риск получить какую-то дополнительную инфекцию, которая могла просто попасть в эти креветки, пока они были в размороженном состоянии. И не всегда мы знаем, заморозка и даже кипячение может нас застраховать от каких-то кишечных отравлений, а может быть, и более серьезных отравлений. Но все-таки, на что хочу еще тоже обратить момент. Это не дешевый продукт. И мы покупаем его в том числе с целью получить полезные микроэлементы, которые в нем содержатся, потому что это морской продукт. А получается, что все эти полезные микроэлементы уходят вот вместе с этой водой, и мы получаем просто пустышку. Уважаемые зрители, если вы не хотите быть жертвой обмана, который, к сожалению, часто еще бывает замороженными креветками, обратите внимание при выборе на толщину слоя глазури. Чем он больше, тем, естественно, больше своих денег вы подарите просто и сольете воду. Перестать надо быть креветками. Надо учиться смотреть правде в глаза с помощью одного человека. Наступает момент истины. Этого человека зовут Александр Борисов. Только за ним эта миссия огласить итоги лабораторной экспертизы. Мы не креветки. Мы люди, имеющие право знать правду. И сейчас мы узнаем, какие креветки могут нанести вред нашему организму, а какие будут вкусными и полезными. Напомню, что пока позицию лидера занимают креветки из магазина «Ашан». И если сейчас лабораторная экспертиза признает этот товар качественным, то эти креветки будут безоговорочным победителем нашей программы. Но так бывает далеко не всегда, как вы уже знаете. Так кто же победит в этой борьбе? Мы передаем слово вашему председателю Союза потребителей «Росконтроль» Александру Борисову. Итоги лабораторной экспертизы. Момент истины. Внимание на экран. Креветки торговой сети «Виктория». Достоинство. Самый низкий показатель азота летучих оснований. Это говорит о высокой свежести мяса. Недостатки. Креветки разного размера. Количество глазури в 2,5 раза больше нормативных требований. Но даже не это главное. Не соответствуют требованиям безопасности по содержанию мышьяка. Его количество на 10% превышает максимально допустимый уровень. Виктория, черный список. Уважаемые эксперты, откуда мышьяк в креветках? Дело в том, что креветка выращивается в море, в специальных акваториях, отведенных для нее. Соответственно, там ходят суда, соответственно, выходит с почвы также мышьяк. Тем более, в основном, это китайская креветка. То есть нужно предполагать, что в Китае все плохо с экологией. В Китае особенно много мышьяка? А там все плохо с экологией, конечно. А на сегодняшний день, если показатели безопасности нарушены, а это показатель безопасности, это токсичные элементы, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть. Они смотрятся в таких продуктах. И если какой-то из этих элементов превышает предельно допустимые нормы, значит, это опасный продукт. Ну и в соответствии с этим надо выкидывать просто эту пачку. Мы знаем, что соли тяжелых металлов, которые тоже могут присутствовать в подобных продуктах, если они некачественные, могут вызывать также онкологические заболевания. По крайней мере, повышать их риск. Вот. Уважаемые зрители, вы все слышали сами. По правилам нашей программы продукт, попавший в черный список, немедленно отправляется в утилизатор. Мышьяк и креветки. Что тут обсуждать? Александр Борисов продолжает. Креветки торговой сети «Евроспар». Достоинство. Безопасные, в частности, по содержанию токсичных элементов и тяжелых металлов. Креветки одной размерной группы. Недостатки. Количество глазури, внимание,
почти в 5 раз превышает нормативные требования. Это самый высокий показатель среди исследованных образцов. Вывод очевиден. Евроспар – черный список. Креветки в утилизатор. Далее. Итоги лабораторной экспертизы. Недостатки. Креветки разного размера. Количество глазури почти в 4 раза превышает нормативные требования. Ранее креветки из 2 сетевых магазинов уже попали в черный список. Это «Виктория» и «Евроспар». Пройдут ли лабораторную экспертизу 3 оставшихся образца? Сможет ли закрепить успех главный претендент на победу – креветки из магазина «Ашан»? Обо всем этом прямо сейчас. Александр Борисов продолжает оглашать итоги лабораторной экспертизы. Креветки торговой сети «Окей». Достоинства. Имеют хорошие органолептические свойства, то есть консистенцию, вкус и запах. Недостатки. Креветки разного размера. Количество глазури почти в 4 раза превышает нормативные требования. Не соответствуют требованиям безопасности. Содержание мышьяка почти на 40% превышает максимально допустимый уровень. Окей, черный список. Мы отправляем эти креветки в утилизатор, дорогие друзья, чтобы они не попали вам на стол. Креветки, купленные в 2 магазинах, остались. Александр Борисов, будьте любезны. Итак, креветки торговой сети «Карусель». Достоинства. Приятный сладковатый вкус, присущий мясу креветок. Недостатки. Креветки разные по размеру, имеют жесткую суховатую консистенцию. Количество глазури в 2 раза превышает нормативные требования. Не соответствуют требованиям безопасности. Содержание мышьяка, внимание, больше чем в 2 раза превышает максимально допустимый уровень. «Карусель» – черный список. Мы вынуждены отправить эти небезопасные креветки в наш утилизатор. Это же чудовищно! У нас остались только креветки, купленные в магазине «Ашан». Александр, мы внимаем вам. Главный претендент на победу в естественном отборе. Креветки торговой сети «Ашан». Достоинство. Низкий показатель азота летучих оснований, то есть мясо креветок свежее. Недостатки. Креветки разного размера. Глазури в 2,5 раза больше, чем заявлено в маркировке, и больше, чем нормативные требования. Не соответствуют требованиям безопасности. Содержание мышьяка, внимание, более чем в 2 раза превышает максимально допустимый уровень. «Ашан» – черный список. А значит, как мы и предупреждали в начале программы, утилизатор. Валентин, если бы вы встретили людей, которые нам пытаются продать вот это, что бы вы лично с ними сделали? Не выразить словами. Это, ну, во-первых, я бы рассказал все, что я думаю по поводу торговой сети. В нецензурных выражениях. На телевидении этого нельзя сделать, но конечно, я бы это сделал, безусловно. Конечно. Я хочу вас поблагодарить за участие в программе. К сожалению, в нашей сегодняшней программе, как вы видите, вообще нет победителя. Наша продуктовая тележка совершенно пуста. Поэтому смотрите нашу программу, ведь мы тратим так много времени, сил, вот буквально своего здоровья для того, чтобы найти для вас качественный товар или предупредить вас от возможных бед. Мы желаем вам здоровья, вам и вашим семьям. Ваши близкие достойны самого лучшего. Выбирайте товары, которые прошли экспертизу Росконтроля. Молочные продукты, хлеб, яйца, колбаса. Все, что есть в вашем холодильнике, мы уже проверили на портале росконтроль.рф. Спасибо Юлии, Марии, Лене за участие в программе, за вопросы, за участие в экспериментах. Спасибо вам большое. Спасибо, эксперты. С вашей помощью мы докопались до правды, пусть она и такая неприглядная. И что получается? Получается, что самой качественной креветкой в этой программе остаюсь я. Я, как и предпозиционировал себя, единственная креветка, которая безопасна. А если перестать шутить и цитировать интернет-мемы,
то вот она, правда. Просто будьте бдительными. Вот, и, вот, вот все, что от вас требуется. Спасибо, что у вас хватило терпения исчерпать эту чашу до дна. Увидимся на телеканале ТВ-центр.